is fucking amazing. I haven't seen such a show like this before, and I was like, wow! Это те эмоции, которые останутся на всю жизнь.
вечер! Москва! Вена! Come on! Твоя спина, моя мишень. Привет, красавцы, сауны и массаж. Привет, любимчик, салон, бутик или пассаж. Привет, счастливчик, ты без людей, ты гостей. С добрым утром, сегодня твой последний день. Как в любой нормальной группе, у нас при написании возникают разногласия, потому что каждый пытается протолкнуть свою идею, потому что он там в голове ее там как-то представляет. Что касается разногласий, так они всегда возникают, потому что нас пятеро, и мы все разные, и у каждого есть какое-то свое видение относительно музыки и песен. Хотя очень многие вкусы музыкальные наши, конечно, пересекаются в каких-то точках, но в каких точках они расходятся. Сила группы в том, чтобы эти разногласия преодолевать, делать на самом деле приятную вещь, это просто слушать людей, которые с тобой рядом, которые верят с тобой в какую-то идею, в песню. Всегда работа в коллективе — это некая борьба, состязание, и круто как бы все это выравнивает на какую-то середину. Мне кажется, мы так и существуем, и в музыке пытаемся это совмещать, пожелания всех, без всяких там сложных ссор, скандалов и истерик. Все по-разному воспринимают, но очень клево, что в конечном итоге мы сходимся в одной точке, и в этой точке получается как раз-таки та самая магия, как я считаю. Я думаю, что настоящая группа — это люди, которые умеют как бы идти друг другу на уступки, и именно так рождается коллективное творчество, именно так есть в 5DS. Сплоченность, хорошая атмосфера внутри коллектива дает возможность нам делать какие-то треки, и какую-то музыку, вот. И я очень благодарен ребятам с группы, что мы вместе и умеем договариваться. Это очень хорошее качество сегодня. Мы играем песни, которые вы выбирали. И следующая тема называется «Все в хлам!»
твоих мозгах. Я вирус в твоей крови. Я не хочу ни семей, ни полоти, идти подо мной. Исследуй сечей, лучше я сдохну свободы. Чем ты как ней в этой системе. Я не хочу ни дерьмей, ни полоти, идти подо мной. Исследуй сечей, лучше я сдохну свободы. Чем ты как ней в этой системе. И болоте идти подо мной. Изъяданный стиль. Лучше я сдохну свободным. Чем ты крупней в этой системе. Я не хочу в ней дерьме и болоте идти подо мной. Изъяданный стиль. Лучше я сдохну свободным. Чем ты крупней в этой системе. Чем ты крупней в этой системе. Здесь, среди бездушных тел, брат.
5 диез я попал при помощи, можно даже сказать, при содействии бывшего, опять же, басиста Крэнга, Виктора Сарагова. Вот, мы с ним очень давно знакомы, еще, не знаю, со школы, потому что мы с ним жили, ну, не особо далеко друг от друга, на одной ветке электрички, можно сказать. Как-то мы с ним играли в одной группе, мы играли с ним какой-то, не знаю, что такое, панк, джаз какой-то, фри. И я, честно говоря, о группе 5DS знал только то, что там он, то, что Витя там играет. Вот, как-то он меня спросил, не хочу ли я попробовать себя в качестве гитариста диезов. Я сказал, что я, в принципе, не против, но на тот момент там играл еще Рома, первый гитарист, который приехал с чуваками из Беларуси. Вот, и как-то эта тема замялась, а потом, через какое-то время, Витя предложил мне еще раз кандидатуру гитариста группы 5DS, и там уже, видимо, назрел какой-то конфликт. В общем, Роме пришлось уйти, и в 2007 году я стал гитаристом 5DS, ничего не знаю об этой группе, не знаю ни песен, ничего. Вот. И поначалу было, конечно, очень странно. Очень странная музыка, потому что я раньше никогда не занимался, не увлекался и не слушал. А потом втянулся, вот, записал с ними первый альбом. Для них это был третий альбом «Один в поле воин». И дальше пошло-поехало. Познакомился я... Мы репетировали в одной студии все. Ну и потом собирались еще в этой студии. Там на какие-то мероприятия. Смотрели концерты, обсуждали. Так я познакомился с Гришей. И потом как-то уже там через год, наверное, через два общения Гриша мне предложил просто поиграть с ними, попробовать. Я сказал, давай попробуем. Мне было это действительно интересно. Ну, как-то попробовал, и вот так все и получилось. Это было очень довольно давно. Я еще была совсем маленькой и увлекалась альтернативной музыкой, но в целом ей не занималась. Я тогда работала фотографом на одном из известных сайтов. И как-то попала на концерт группы 5DS и как раз-таки там работала. Ну и каким-то образом меня занесло на бэкстейдж, это все их безумие и все остальное. Я с ними подружилась, можно сказать, и через какое-то время как раз я начала заниматься музыкой, там, вокалом, бас-гитарой, и Грег предложил мне поучаствовать в их проекте. Было очень сложно, во-первых, из-за того, что я заканчивала последний курс университета, у меня на носу был диплом и куча-куча дел, там, домашних, семья, все остальное. То есть из-за этого мне даже пришлось отказаться от красного диплома, потому что я ездила в Москву, и мне просто некогда было заниматься какими-то пересдачами, еще чем-то. Семья отнеслась тоже очень тяжко, никто не хотел меня отпускать, говорили, ну да нахер тебе это надо, займись нормальной профессией, и там, тем более мне предлагали очень выгодное место. Но я уперлась рогом и сказала, что идите вы все далеко, я буду заниматься тем, чем как бы, я хочу заниматься. И вот все-таки я переехала в Москву уже, вот здесь, и вот рублю с пацанами. Сквозь постылый мороз к нам приходит весна.
Кто-нибудь из вас когда-нибудь купался в Москве-реке? Ничего там не находили? Я думаю, если просеять, профильтровать Москву-реку, там можно найти и золото Колчака, там, я не знаю, и свою девственность, и все такое. Но кое-кто, гуляя вдоль берегов, нашел голову. И вы сами знаете, что будет дальше. Мой живот и спина дымятся в трех-четырех местах. Усталая рука прикрывает то место, где была голова. Я голый в лесу, чуть присыпан сырой землей. Я уйти хочу, но ушел только если бы был... Давным-давно из небольшого белорусского города Витебск, хотя для Беларуси он очень большой, на самом деле, мы приехали в Москву. Было масса соблазнов уехать в Петербург, потому что на тот момент движуха разворачивалась как раз-таки там, и нужно отдать дань этому городу. Но все же мы выбрали Москву, этот город, мы его полюбили, он стал родным для нас, вот. И мы, белорусы, не могли не сочинить песню про этот город, которая называется «Страх и отвращение в Москве». И сегодня мы с нами на одной сцене сыграет наш брат Вэлла. Встречаем Москву!
нужно поддержать движуху этого парня. Он 2 года не выступал на больших сценах, поэтому ему нужна ваша поддержка! Страх и отвращение в Москве! Желаю, чтоб все было окей. Желаю побольше пизда и друзей. Желаю, чтоб кайф не отпускал никогда. Запомни Москву. Разрывай!
помню, как это было, когда из группы уходил Крэнк, уходил Велес из группы. Для меня это было очень большим ударом, и я очень сильно переживал достаточно долгое время, потому что сначала Крэнк нам сообщил о том, что он уходит, а потом через несколько недель была выставка «Музыка Москва», на которой мы с Велесом принимали участие. У нас там была какая-то автограф-сессия, и как-то он просто между делом сказал: «А, чувак, я ухожу». Я такой: «Чё? Как? Куда ты уходишь?» Он говорит: «Всё, ухожу, уезжаю из Москвы». Я думаю: ну вообще класс. Просто два чувака уходят из группы, мы остаемся втроем, и непонятно, что будет дальше вообще. Потому что, ну считайте, минус гитарист, минус басист получается. Ну вот, мы остались втроем, но тем не менее погрустили, поплакали, не знаю, побухали. Но все равно взяли себя в руки и сделали новый материал, выпустили новый альбом, нашли новых участников. И продолжаем фигарить до сих пор, и все горим желанием делать это дальше. Поминал тебя порой, и все замки
Grüße den Kindern Koreas, den Kumpels an Neiße und Ruhe. Friede den New Yorker Chauffeuren und den... Не прощай слез, падает слеза, ярче слез светит прожектора. Воздух насыщен чужими духами. Сок этой жизни, попрощайся с мечтами. Я улетаю взглядами в лес. Руки расставил, мой крик никуда в толпе. Сразу исчез, и сразу затем. Дай, 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 дай
себя расправь свои крылья и падай вверх быстро, полет в нем жизнь. Ты же знаешь меня, я ловким движением, напористым взглядом, дыханием свободы покоряю себя. Замерзшие части огонь я вселяю и буду вселять до конца. Верь взгляду, верь сердцу, верь крови, верь мысли ниже намного, точнее, чем многое то, что совсем нам не нужно. Пойми, это выход, поверь. Мысли голубим и тебя жаль. Твои крылья сгорают, тебе свободу дай. С тобой до конца, что бы ни случилось, дай. Целуй скорее ветер, свободу себе дай. Будем мысли голубим и тебя жаль. Твои крылья сгорают, тебе свободу дай. С тобой до конца, что бы ни случилось, дай. Целуй скорее ветер, свободу себе дай. Самое главное, что мы поняли, когда были маленькими засранцами, это то, что рок-музыка — это не просто там подключиться к ломбику и играть. Самое главное для нас всегда было — это экспрессия, это драйв. И именно на начальных этапах творчества наша группа, в принципе, я считаю, этим и выстрелила, что мы были бешеными, были сумасшедшие, мы устраивали на сцене просто ураганы, вихри, торнадо. Это просто группа была, страх, нас боялись привозить, потому что мы могли разбить номер в гримерке, блин, мы могли разломать сцену, мы... То есть это было очень круто. Мы всегда и до сих пор считаем, что на сцене ты должен отдать все просто, даже больше. Именно поэтому у нас самые сумасшедшие расколбасы идут на танцполе, у нас самые сумасшедшие фэны, потому что они ловят наш импульс. Ну, а импульс — это главное в нашей музыке. И как бы с начала творчества мы считаем, что именно вот, несмотря на то, что у нас меняется музыка, вот этот импульс мы несем. И с первых концертов, когда мы дрались на сцене, когда мы прыгали в толпу, все это мы стараемся сохранить все лучшее сейчас.
Это было очень круто, ребята. Но не слишком круто. Но чтобы было слишком круто, нужно соблюдать кое-какие традиции. И есть у нас одна песенка с первого альбома, которую обычно соблюдается одна маленькая, но очень важная и местами травмоопасная традиция. Нам нужно, чтобы зал разделился на две части! Берегите себя! Кто падает, поднимайте! Девчонки в приоритете! Уважайте друг друга! И оставьте дерьмо на этом танце!
Ян Балбес. У нас постоянно в группе случается забавная история, то есть с кровью, с весельем. И помнится, давным-давно, когда наша группа стрельнула, это немножко нам вскружило голову. Мы были на гастролях в городе Тула, и так сложилось, что мы решили уничтожить полностью гримерку. То есть мы висели как мартышки на разных полках, разламывали, то есть чуть ли не на зубами там. Это был такой дестрой невиданный на российской сцене. То есть организаторы были в шоке, не ожидали, но, естественно, у нас это... Рок-н-ролл, половое созревание, алкоголь и все веселье. Мы разломали всю гримерку, но мы всегда за все свои дестрои, за все свои поступки отвечали
финансово, прежде всего, мы... Нам приходилось платить по счетам, поэтому группа 5ЕС готова к безбашенным поступкам, но готова и к тому, чтобы заплатить за это. А, помню, как, как-то мы в каком-то туре были, не помню же где, но у меня очень яркая картинка в голове, когда выбегает из какого-то... А, мы были не одни, это было какое-то групповое турне. Там было несколько групп, и вот одни из них как-то собрались. У нас почему-то поселили в каком-то пансионате. То ли это был дом отдыха, который почему-то уже не функционировал, то ли это был детский лагерь, там была какая-то мехпед, ну не суть. Вот. В общем, там была какая-то площадка, полулесная какая-то там, деревья. И ребята, в общем, решили централизованно выпить водки после концерта. Вот, и в этот момент выбегает оголтелый Гриша из здания с огнетушителем, начинает тушить их водку, их бутерброд с колбасой, ну их самих тоже из огнетушителя. И причем его пытались успокоить, но вот его в итоге догнал только наш бывший басист Крэнк. Повалил его на землю, но это тоже, насколько я помню, его не остановило. В общем, да, ребята были недовольны. То есть водку пить с фигней из огнетушителя, с пеной, было нереально, все расстроились. Вот, а мне было весело. Цивилизованные люди сожрут друг друга. Я не чудовище. Я вижу их насквозь.
На самом деле, тексты песни, они как-то приходят сами в мою голову. То есть, во многом, я считаю, что от меня не сильно зависит. От меня зависит только, смогу ли я усидеть как бы на стуле дома там, или на студии, когда я могу писать эти тексты. Самое главное — усидчивость. А влияет, естественно, ситуация в жизни. Мы тяжелая группа, наши тексты, они должны поднимать какие-то серьезные проблемы, чтобы это все вместе с музыкой сочеталось. И поэтому жизнь в нашу эпоху, в нашей стране, она как бы не дает расслабиться. И именно вот эти движухи социальные и какие-то духовные, и даже лирические, они питают как бы мое сердце и мои тексты. И, естественно, очень сильно на тексты влияет музыка, которую пишут парни. Когда они поставляют очередной трек, я получаю трек там на свою почту или слышу на репетиции, естественно, у меня сразу возникают образы. Вот именно таким, так написана песня «Спрут», когда Грегор сделал там пару рифов, и вместе бандой мы как бы сколотили полностью трек. Сразу у меня в голове возник какой-то чудовищный Ктулху, который нападает на город. Такая красивая метафора, и что хорошо, что я считаю, что это понравилось людям, и как бы это было таким лейтмотивом всего альбома. То есть даже обложка была оформлена под подобным планом, поэтому вот в этом плане музыка сыграла катализатором. Но вдохновение — это вся наша жизнь, как-то не банально звучит. Музыка, события, близкие, отношения — все это, естественно, ну, проходит через как бы наше, мое в частности, восприятие, и рождаются тексты.
душу скажи, моя бездна. Зачем уже демоны меня везут их стаи под солнцем тая? Сердце затихает, внутри глаза темно, душа пуста. Повысушая капля у немого дна, лишь ты одна, кто не дает сковать меня. Я в группе 5DS, я ненавижу абсолютно всех и каждого. Просто самой глубокой ненавистью готов всех сжечь. Да ладно, я шучу, на самом деле всех люблю, всех уважаю, всех, все очень классные чуваки. Хоть некоторые бывают иногда, конечно, засранцами. Ну, я в том числе, наверное, бываю иногда засранцем. Но реже, чем все остальные, точно. Мы разные люди, то есть с разной даже организацией, подходу к жизни, вот, и... Ну, я считаю, что сила 5DS в том, что мы как раз-таки из каждого внимаем то, что вот он делает лучше всего. То есть не больше, мы не даем ни на кого. Я ценю нас всех за наше терпение, за преданность делу. Мы все разные люди, но мы все равно вместе, это все очень круто, все это нас сближает. Мне кажется, нас сближает веселье и угар. То есть репетиции, концерты, поездки какие-то, ругань... веселье совместное. Мы просто ценим все лучше друг в друге, а на всякие минусы просто либо мы превращаем это в шутки в какие-то, смеемся друг над другом, либо просто не замечаем, потому что, ну, прежде всего, позитив ведет нашу группу вперед. Мы дружные. Дружная семья, веселая. Веселая и иногда брутальная. Это уже больше, чем просто какие-то там общее дело или партнерские отношения, это реально уже семья. Ощути настоящее!
отвечай! Кто ты? В этом мире столько подделок. Самое страшное, что может быть, это fight. Fight! Самое страшное, что может быть, это fight. Fight! Самое страшное, что может быть, это... В этом мире столько подделок. Самое страшное, что может быть, это fight. Fight! Fight! Мистер О'Брайен, Private Radio! Большое спасибо, Москва! Это было очень круто! Берегите себя!